Скажите мне по секрету, кто всем этим на самом деле прав? Если мы хотим спрятать от людей некий объект, достаточно сделать так, чтобы никто и никогда о нем не думал. Для этого надо держать под надзором человеческое мышление. Но эта диктатура анонимна, как ты сам понимаешь, только для людей. На деле это гуманная эпоха Вселенской империи.